Та-дам! Ну что, друзья, товарищи, здравствуйте. Я сегодня не работаю, я сегодня, так скажем, отдыхаю. После замены турбины машина каким-то образом стала ездить постабильнее, но все равно есть какие-то так называемые просеры у нее. Когда она особенно нагреется, на холодную это вам незаметно практически, а вот на горячую – да. Вопросы к прошивке на самом деле большие. Я не знаю, что там за прошивка, какая она, что там, должно так быть, не должно так быть. По-хорошему должен быть настройщик рядом со мной здесь, с ноутбуком, блин, смотреть блоги. Но его, к сожалению, нету, поэтому я на свой страх и риск здесь катаюсь. Вибрация есть небольшая. Сейчас, прокатившись две сессии, три даже вроде уже, буду откручивать. Сейчас мотор остынет, он горячий пипец. Мотор остынет, буду откручивать свечки, хотя бы первую, последнюю, ну, как-то так, рандомно откручу. И буду смотреть хотя бы по нагару свечи. Ну, главное, чтобы не было бедной смеси. Если будет бедная смесь, это будет кобздец. А вибрация, ну, вибрация есть вопрос. Возможно, вибрация идет и не от мотора, а хрен знает от чего. Короче, вопросов больше, чем ответов. Настраиваться, конечно же, не рано еще. Но тачка валит. Тачка валит пипец, она совсем другая. Она более нервная по управляемости, в принципе, плюс-минус. Ну, нормально. Можно еще чуть-чуть подкрутить жесткости на жопу, мне кажется. Но, может быть, это будет лишним. Надо привыкнуть к машине. Пока еще не особо не привык, поэтому как-то так. Плюс-минус доволен уже. Уже нет вот этого, что я приехал, блядь, все сломалось. Да, ну все в жопу, автоспорт говно. Я не буду ничем заниматься. Поэтому есть положительные моменты. Сейчас вот если сейчас выкручу свечки и надеюсь на то, что они будут в порядке, хотя бы по их нагару, и тогда я с радостью покачусь еще одну сессию и уже поеду домой отдыхать. Потому что еще нужно прицеп вернуть. Взял вроде как бы такой же, думал, что взял такой же прицеп, но немножечко другой. И вот здесь есть вопросики к тросику, не знаю, порвется он, не порвется. Надеюсь, что нет. Не хотелось бы, чтобы порвался трос и машина укатилась куда-то там очень далеко. Так что как-то так. Ладно, тестимся. Ну, давай, фокусируйся, ё-моё. Вот честно, непонятный цвет. Он и не белый, и не коричневый. Что-то вот... Ну, на камеру-то вообще кажется, что белый. На самом деле это не так. Короче, есть вопросы к свечке, к смеси, вернее. Сейчас посмотрим остальные. Так, заехал я к Ветелю в Chill Автосервис. И мы тут за перепрограммирование завершено успешно за 54. Короче, заливаем стоковую прошивочку на СТ-шечку. И должно быть все вообще супер просто. Супер гуд. Ух, утро следующего, с прошедшим, ребята, всех праздников.
праздником. Сегодня 9 мая. Меня тоже можно поздравить с моей маленькой победой. Я наконец-то выехал. Перемозговал вчера еще все вечерочком. Понял, от чего у меня идет вибрация. Вибрация идет от того, что мотор прикручен через жесткие подушки. То есть у них нет вообще никакой резины. То есть они, ну, грубо говоря, мотор прикручен металл к металлу. Поэтому без вибрации вообще никак не обойтись на самом деле. И как бы ожидать чего-то другого не стоило бы. Поэтому я как-то не принял это все во внимание и очень сильно как бы испугался того, что у меня что-то не то с мотором. На самом деле, я думаю, что все хорошо. Ну, есть небольшие моменты, что машина как-то нестабильно работает. Они присутствуют. Но прошивка мотора тоже нестабильная. Ну, по-любому, как бы, что-то не совсем четко откалибровано, возможно. Я не знаю, я просто как бы у нас один единственный в Санкт-Петербурге настройщик, который настраивает СТ и РС моторы, к сожалению. И если, кстати, ну, навряд ли у меня тут аудитории, наверное, практически и нету, кто смотрит автоспорт. Но мало ли вы там появитесь и кого-то знаете, посоветуйте, потому что я не собираюсь бросать форды, так скажем. Потому что, ну, интересно мне. Мне пока вот все вот опять появилась надежда на то, что, ну, машина как бы все нормально поедет и все с ней будет хорошо. Будем доделывать то, что есть. В любом случае не сдаваться и как бы надеюсь, в этом сезоне я все допилю и с мотором будет все хорошо. И будем кататься. Будем кататься и наслаждаться, наконец-то. Наконец-то будем кататься, а не, блин, собирать, ремонтировать, ждать и все вот в этом духе. Это все бесит просто невозможно. Это все убивает во мне хотение быть каким-то автоспортсменом-любителем. Просто уже хочется на все бросить, на все вообще забить. А вот эти все темы, которые купить готовое, практически нет ничего готового. Ушного, что продают как бы в хорошем состоянии и без каких-либо там проблем вообще. Также будут проблемы, может быть, будет стабильнее, ну не может быть, будет стабильнее, чем мой проект, конечно же, но цена этого автомобиля начинается там от 3 и выше. Как-то так. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр этого видео, спасибо, что посмотрели его. Огромная вам благодарочка. Те, кто появился ко мне и будет смотреть меня ради автоспорта, пишите обязательно в комментариях. Буду тогда знать про вас. Я для себя вот сейчас сделал отметочку, что вот у меня произошло, что случилось, чтобы потом все это анализировать.